Вот таким видео порадовал меня муж с утра. Сейчас он в Красноярске, сегодня прилетел собирать наши вещи и отправлять их сразу прямиком к нам в станицу Варениковскую. Сейчас в Красноярске минус 21 градус, ну а мы сегодня с самого утра бегом на прогулку, потому что у нас в Анапе плюс 15. На солнышке, наверное, и того больше, очень тепло и безветренно. С утра к нам приезжали наша бабушка с дедушкой из станицы Анапской. И мы приглашаем вас немножко прогуляться с нами по набережной. Повсюду очень активно выходной день. Много народу, много работает техники на пляже, на набережной. Что-то строят, кто-то убирает мусор. Ну а кто-то просто прогуливается в такой теплый день.